Подожди. Йоту, ну-ка расскажи им. Все, понял, я понял. У него ник по-другому читает. А, ты Жатен читаешь? Да. Я думаю, кто такой Йотан, блядь? Жатен. Ага. Почему он Йотан читается? Это правильно? Ну, не знаю, я читаю Йотун, ну, типа, в этой, как она, скандинавской хуйне, там, Йотунхейм, типа, вот эта вся хуйня, а я почему-то Йотун стал читать. Думаю, хули, пускай Йотун будет. Его Жатен там вообще не пьет. Жатен, сука, там... это Франция какая-то. Это, блядь, ебаные казахи так называют, блядь, французы, я хуй. Жатен, блядь. А как вы тебе правильно читаете? Йотун. А как ты букву Ж, типа, пропустил? В смысле, пропустил? Смотри, Йотан как бы пишется по-другому. Блять, вот типа... посмотри, как фамилия Мила Йовович написана, блядь. Джовович, да? Сейчас загуглим, нахуй. Джотун пишется, слышишь? Джотун пишется. А у него как? Ну-ка, давай пошарим. Не, как пишется, блядь, по-английски читается, блядь, разные понятия, понимаешь? Сейчас. Вообще, блядь, Йотан это по-фински то ли так, то ли что, блядь. Я же не помню. Джотен. Джотен, слышишь? Джотен по-английски, блядь. Джотен, блядь. А переводится на русский как Йотан. Короче, Жатен, не похуй. Похуй, пидор, кого угодно. Кто меня будет звать Жатен, того я буду... Что-то, блядь, я две джаги ставлю. Всего лишь два стака, блядь, синий джаги. Это, блядь, накручивание. Прикольное накручивание. Слышь, этот блэккиллер, ты за пивовский аккаунт, да, ебаш? Чего нас слышишь? Кто-то, блядь, с гильдии ливанул, что ли? Не в курсе. Чё-то мне, блядь, какую-то хуйню пишут, что у нас, ебать, пол первого статика ливанул. Я не смотрел журнал. Это как-то можно чекнуть, да? Журнал, в информацию зайди. Вроде как журнал это смотрят, но я не смотрел. Страницу гильдии открываешь, там вкладка информация, нижняя самая, там есть журнал. Да, да. Там написано, что Фростгорн кипятильник. Да ну нахуй. Подожди, у него 8 долларов. 23 часа назад всего 3 человека дали его. Это Буливанка, это смерть и Дейдра. Так Буливан это и есть смерть. Подлетайте, пожалуйста, к камню. Здесь аликов парочка летит. Не заходи в инст. Лока нету. Все у камня сейчас будем сумониться. Не заходите в инст. Подлетайте. Ну, в общем, мобов бьем. Вы что там делаете? Каких мобов, блядь? Лока нету. Так, блядь, долетели люди уже, а ты как? Да. Бабушкам на лавочке такое расскажи. Лишь бы, блядь, яйца потеребить свои между рейдами. Какие яйца между рейдами? Ты что, обкурился? Ты на фрейме наведи, они в голову грулись. Мы ебашим трэш уже, если ты не в курсе. Да не может быть, тут пол рейда не в логове. Вот пол ростров адского пламени хулипал. Как вы там ебашите трэш? Ну, блять, он курить ушел. Самый такой прогрессивный, значит. Так как, блядь, а вы понимаете, нормальные что нам... ребята уже трэш бьют. Я не знаю, чем нам вы там двигаетесь. Будет... На руках ли? Не, если так относиться, то без лока... Мы просто в 5 тел пойдем первого босса бить. А потом будем через весь инс бежать к камню, чтобы сумнуть всех людей.
А если бы все просто полетели сразу в рейд, они не тратили. А если бы так во рту бросли грибы. Чувака, блин. Че за фигня, почему моб на пол хп отхилился? Вот это потому, что в 5 человек трэш бьем. Да нифига подумал. Мы, у нас ДПС хватает, у нас 8 дамагеров, 2 из которых танк. У нас ДПС хватает, вы там можете не торопиться. Ну ладно. Там есть еще одно место для ДД? Да, плюс. Внутри? Внутри нет. На Шопена нет. Сейчас я... Ой, блять, свистни в хуй, а. Как там Джотен? Тоже еще. Так, было. Ты заходишь, нет? Да, идите, я налог зайду. Идите все в инст, я... А как, кстати, это... Систеть хуй, просто все говорят, как бы систеть хуй, а как систеть, не подскажешь? Ну как, ебать, это... берешь хуй себе в руку, подносишь губы, блядь, к дырочке в залупе, блядь, и надуваешь туда. Ты дотягиваешься? Блядь, я видео гайд, можно? Свисток, понимаешь, я тебе могу свисток предоставить, а ты там сам потренируешь. Ты лучше давай зарезать. Зашел, нет. Да, блять, вагин куда. Эдуард, слышь, ты потом видео отчет об успехах и вони. Такой день пятый, блять, ничего получаться. Нет, это Жатена надо, видеоурок, демонстрации, как показать, блять, как надо надувать. Хорош трек ты метай, тут не железнодорожный колледж. Обучающее видео я хочу. Посмотреть. Ты зашел, ты потренируйся. Да вот логин, там же, блядь, на другой аккаунт. О, зашел. Да и упать. Физически никто не дотянется. Да ладно, Браска, ты попробуй, может, дотянешься. Браска есть, блядь, ряд. Зачем мне, блядь? Сумон придет, скажет. Какой целью мне это, зачем? Ты будешь первым, кто дотянулся. Блять, поверь мне, он будет не первый, блядь. Не Мерлин Мэнсон или кто ребра удалял? Да-да-да, там ребра удаляли. Если бы можно было, он бы вряд ли бы удалял, бы логично, да? Этот, Блэк, если слышишь... Не, ну есть... смотри, по идее, это, наверное, еще зависит от того, какой у тебя хуй длинный и твоя... Тихо-тихо-тихо. Там Мишка три левых подержит, ты двоих держи, чтобы агро не сорвались. Все, подбегаем, тут лог теперь у нас есть, теперь проще. Потому что гимнасты сворачиваются так, что они, блядь, могут и в жопу себе подуть, блядь. Ты не гимнаст? Нет. Как кошка, да? А чё, шкаф не нужен, что ли? Да все тут уже, блядь. Нет ханта, который в шатрате, и нет вайда, который где-то бегает. Все, вижу тебя. Я здесь. Типа хант, Саня, в шатрате. Все за это, блядь. Нафиг я... Всё. Давай, начинай. Ебаш, блядь. Ау, ебать, чё тормозил? Через вот этого петуха играй.
зачем анонсик? Здоров. Да, у меня с таким звуком кошка первая шерсть отрыгивает. А чё ты не вычесываешь? Поэтому и отрыгивает. Что? Надо вычесывать. Делать мне легко кошку чесать. А хоть её купил. Правильно, брат, включи его, да. Бля, у меня ты заебал мастер тысячи советов, блядь. Слушай, брат, а ты не блогер? Ты читал вот мой, это, блядь, жума или как, блядь, мы в ответе за тех, кого приручили, знаешь? Блядь, этот заебанный котенок жил на улице, блядь, его бы тачка раздавил, и машина не переехала. Я дал ему, блядь, стены, блядь, крыши над головой, кормлю и даже пить же редко, блядь, хули еще надо, чесать. Сука, я даже пищу редко, говорит, блядь. Хорош. Бегите там, кто отстал. Не пульте пока, написали. Жди. Беги, пиво. А ты чё, всё, Раска? Дальше ты не будешь продолжать? Да, продолжаю. Пуляй Блэк там по готовности. Ты такой довольный с маяком своим разобрался там.
Четко от пустоты. Угу. С грула лутанул. Сейчас просто. Бля, ну чую, сейчас с этой рулетки, блядь, третий груз не упадет. Каждый день дарован нам светом. Слышишь, Войт, это нечестная хрень. Почему это? Потому что... Все впятером ставим на кубы, кто дамажит будет. Вообще по логике. Дамаг не нужен. Да тут что-то 4 нужно. Ханту что-то не доверяю, блять, хуй знает. Еще одно тело на куб. Братска, сдаешь ты кубы? С рядом с боссом с левой или с правой стороны. Видишь, Блэк, еще важно куб прожать. Ты босса подержи Блэком. А тут Мишка станет на куб. Одно тело на куб, ребята. Видите, стоят на кубе, когда челики будут просто, блядь, нихуя не делать. И еще плюс 5 кровь. Блядь, путаешь. Не, Хант, я тебя не знаю. Вдруг ты закосячишь. Тебя первый раз вижу. А, здесь. А говорить можешь? Пиздят на входе, так и не понял кого. Ладно, хорошо. Вставай на куб. На луну. Но если вдруг что-то ты не прожмешь. Блять, там пиздят, да? О, я забежал. А лока-то нету, а нет, есть. И он не в инсте, как не подскажешь, что мне сейчас ебальничек разобьют. Бля, не. Сейчас, если что, выходить будет. Ты зашел в инсте? Нормально, я прошел. Хорошо. И все, тогда сходим остальное. Там, наверное, пиздец тех, кто... смотрю, там ДК первый кат, блядь. Я на него нажимаю, я у него в таргете, я думаю, блядь, он сейчас растерзает мою жопу, как пантера, блядь. Но, сука, не стали там. Тебе повезло. Всему рейду повезло. Альянс пощадил, на. Кстати, я же, блядь, этот... Как там эта гилда, блядь, называется у них? Они, короче, собрались на первую кату, а я им локом мешал, блядь. Так они потом остались и не давали мне резаться, блядь. Два человека у тела тусило, блядь, двое на кладбоне, блядь. Трое сверху летали, да? Че, ты вышел бы и на другого персонажа ушел бы? Это, ну, блядь, неинтересно было. Это был как квест, я им вначале первую карту просто не дал сделать, я им, блядь, полтора часа мешал. Ты, блядь, опасный, как может, как ты мешал? Блядь, тебя, наверное, в аду там приготовили. А хули? Я туда прилетаю, блядь, начинаю там фиры, блядь, или пизданую Т7, и у них у всех там Т5 отключается, блядь. Пока они там убьют, блядь, в итоге боссов убивают, блядь. Там проще взорвать их было, да? Еще там в ком-то хила, блядь, хуйнёшь, ебать, это Койл, блядь, вообще заебись. Что за гильдия делал? Бля, я забыл, вот это, как она у них, блядь. Топовая ПВЕшная, блядь. Гарды, что ли? Блэк, ты что? Тут? Нет, блядь. Разгар? Да. Это красивый мув, с одной стороны. У меня локша тогда в этих предвестниках торчал, я там пишу, блядь, приходите, помогайте щемить Асгард. Мой
Так там тряпочником-то можно, блядь, тупо взорвался в рейде и все. Типа изи. Даже ничего делать не надо. Да? Я это как в адской пламя, всякую хуйню, конечно, сбегал там. Делал. Главное задеть. Миликов забежал. А у меня главная цель была это танки. Не достаю слишком далеко. И сейчас. А я помню, как я таких людей называл. Уважаемый. Очень уважаемый. Блять, это нахуй часть игры, блять. Открытый мир, блять, вор, ПВП, вся хуйня. Забей тут, а нет. Если бы одни не хотели, чтобы такая хуйня была, они сделали, блядь, боссом других. Это маленькая часть того, что они могут испытать из нормальной игры. Мне кажется, там типа пойдет и будет мешать. А если чем сосолить, блять, потому что Warcraft, по сути, только из этого и состоит, из одного босса, который, блять, в мире, и все. Все остальное там попрятался по рейдам, и все, никто тебе не мешает. Такие, как ты, расстреляли парламентеров в городе Будда и в городе Пешт. Руками поджигать. Советских. Вообще похуй. У тебя, тебе-то похуй, а вот у них пуканы там, явно. Не, я про Будапешт. Может быть, ты не расслышал? Я тебе сказал про советских парламентеров. Да какая нахуй разница? А, вот. Поставь шкаф там, может, смонуть кого надо. Опять слетает и дольше бьешь. Сделали бы они уже наконец-то, чтоб нельзя было зайти, блять, пока 25 человек и это. Пончик тут? У вас на магике все, да, есть? Мне кажется, ли там он какой-то чувак из трэш-шра ёбер, да и поебать на него, нахуй. А он прибежит. Давай запускаем, короче. Туда за магера хуёво терпеть. Големы вышли. Кто из нас слабее? У кого твинки есть еще? Грул магиков не сходили. Сейчас после этого еще грул магиков соберу обычки. Язык обезонья вот это. Это не Ваген Твинг был Карухар, что за кого-то заходил? Не знаю. Он же, блядь, на нем играл. Или они, блядь, он муник продал просто. Yeah.
Скоро коп будет. Готовьте. Беги, малышка, беги! Круто. Так, вот так оси остается. Остальные сейчас куски разрулим. Треугольник обмен, если что. Так, пей. Тогда штаны. Слишком далеко. Этот хан, тебе надо какой-то шмот кольчужный, который падает?
там ссылку, да? Там, блядь, Жатен или Йотан, как ты там, правильно? Жатен. Жатен, да? А Мила Йович кто по национальности? У нее русские корни есть, украинка где-то на вроде. Никого типа вообще говорит, что это типа финский язык. Че там будешь собирать, нет? Да, сейчас я портанусь, дам эту всю хуйню, минут 5.